Экскурсию по рыбному хозяйству Горецкой сельхозакадемии с нами проводит Николай Барулин. Несмотря на молодость, уже кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. И в науку попал не случайно. В детстве я очень интересовался биологией, особенно биологией водных животных, рыб и так далее. У меня мама закончила биофак Белорусского государственного университета, но это, скажем, определило в выборе профессии. Увлечение аквариумистикой переросло в профессию. Основную специальность Николай Валерьевич получил в Беларуси. А потом была стажировка в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Так родилась идея создания на базе БГСХ водно-индустриального комплекса для выращивания лососевых видов рыб с использованием установок замкнутого водоснабжения. Этот комплекс абсолютно не отстает от зарубежных. Недавно в рамках международного проекта мы принимали делегацию из Датского технического университета. По их оценке мы обладаем одной из самых лучших баз для подготовки специалистов в области аквакультуры и рыбоводства. Комплекс состоит из 4 различных модулей по инкубированию. Здесь выращивают радужную форель, сига, осетра. В ближайшем будущем завкафедра ихтиологии и рыбоводства планирует расширить свое детище. Основной глобальный проект – это строительство рыбоводного индустриального комплекса по выращиванию именно воспроизводителей рыб для получения собственной икры. Студенты зооинженерного факультета БГСХ получают 2 специальности. Одна из них – промышленное рыбоводство. О важности и востребованности таких специалистов можно даже не говорить. Они очень нужны как белорусской науке, так и в производственной сфере. Здесь я могу заниматься наукой, учебой. Мне это очень интересно. На нашем рыбопитомнике я могу заниматься практикой, что дает мне опыт. Ну, как бы в дальнейшем я хочу связать свою жизнь с рыбоводством, но именно в науке. Наши студенты, будущие специалисты, уверены, если очень постараться, вкусная и недорогая рыба вполне может занять почетное место и в нашем